Добрый день, уважаемые коллеги. После такого обстоятельного доклада Владимира Львовича, конечно, мое сообщение выглядит довольно скромным. Но, тем не менее, оно посвящено, я считаю, для вас достаточно важным моментом, некоторым неясностям в техническом регулировании. В своей лекции Вячеслав Владимирович неоднократно упоминал, использовал такой термин «минимальные требования», «добровольность». Но, к сожалению, и с минимальными требованиями, и с добровольностью здесь целый ряд неясностей. Ну, эти цифры он уже приводил, это количество стандартов довольно большое, которые применяются сейчас в строительстве, огромная база. Когда несколько лет тому назад, когда был принят технический регламент о безопасности зданий и сооружений, то, как вы знаете, вокруг этого документа, вокруг сначала закона о техническом регулировании была очень огромная дискуссия, поскольку он предусматривал совершенно другую систему нормативных документов, и наши строительные нормы и правила, основной документ на проектирование, выпал. И понадобилось где-то 7 лет для того, чтобы восстановить его, и только с принятием закона о безопасности зданий и сооружений было указано, что с ним это, им был принят статус сводов правил. Но правда, все наши апелляции к Росстандарту, что свод правил, термин уже занят. Это были документы, развивающие как раз положение СНИПа, нас не послушали. Была утрачена, на мой взгляд, очень важное нормативное, семантическое понятие, это слово «нормы». То свод правил или строительные нормы и правила. Норма вылетела. Это очень принципиально важно. Но вроде бы сейчас вот этот тот самый регламент таможенного союза, где снова возвращается комплекс, и снова должен восстановиться термин строительные нормы и правила, а уже как обязательный документ, а своды правил, это уже будет документ вроде как второго уровня. Итак, вроде как традиционно считается, что наша система нормативных документов слаба по отношению, скажем, к западноевропейской. Тем не менее, за многие годы, когда финансирование нормативных документов осуществлялось государством, была доработана и огромный ушел эксперимент. Практически в любом СНИПе за каждой формулой обязательно стояла диссертация, или, во всяком случае, очень надежный эксперимент. А наша наука прикладная, и без эксперимента, без подтверждения тех теоретических выкладок, которые принимаются в качестве тех или иных постулатов, невозможно быть убежденным, что это все правильно. Не случайно каждая новая редакция СНИПа во времена Гвоздева, все эти новые редакции проходили опытное проектирование, проходили опытную проверку. К сожалению, вот актуализация, которая идет в последнее время, когда начали составлять вот этот перечень, увидев, что стандартом, что техническим регламентом пользоваться напрямую невозможно, это документ непрямого действия, выяснилось, что огромное количество документов устарели по 20, по 30 лет, взялись их актуализировать. Но в основном это вся актуализация была бумажной. Поправили ссылки, кое-что позаимствовали из зарубежных норм. Но в целом, тот массив документов, который был наработан при советской власти, очень себя эффективно показал. Нет ни одной аварии по причине соблюдения норм. Хотя наши нормы, особенно в области обеспечения механической безопасности, они вроде как менее надежны, поскольку у нас коэффициенты безопасности по материалу, например, для железобетона 1,3, а в том же Еврокоде 1,5. То есть здесь явно, если вы начнете считать и сопоставлять балки одной несущей способности, вы увидите, что расход материалов на балку, посчитанную по Еврокоду 2, будет прилично больше. Таким образом, повторяю, вся разработанная система доказала свою эффективность. Более того, по охвату, такому тематическому охвату, если мы посмотрим, то тоже не было областей, где бы не было соответствующих норм, рекомендаций и так далее.
Один только НИИШ, который занимается нормами, и был головным и остается этим институтом в области технического нормирования бетон по бетону и железобетону, он за время своего существования разработал где-то, ну, где-то около 70, больше 70 ГОСТов, несколько СНИПов и огромное количество стандартов организации. Хотя они тогда эти документы назывались рекомендации, пособия, инструкции и так далее. Больше 300. Для примера, Американский институт бетона, общественная организация, которая тоже занимается нормотворчеством в рамках той деятельности, которой мы отведена Американским национальным институтом стандартизации, это аккредитованный, кстати, этим институтом, Американский институт стандартов, поэтому его нормы, они имеют статус национальных. Так вот, он в нем где-то 250, то есть НИИШ больше, чем весь Американский институт бетона. Больше, чем НИИШ разработал документов больше, чем ИСО. Там всего 40 документов технических комитет по бетону и железобетону. И так далее. Я имею в виду прежде всего бетон и железобетон. То есть отличная, мощная, детализированная база норм. Вот закон о техническом регулировании. Я на нем не буду останавливаться, вы его отлично знаете. Но этот закон о техническом регулировании, он не прямого действия, как уже сказал. И самое главное, там не указано в преамбуле, зачем написан этот закон, так грубо говоря. Зачем его написали? Ну, вроде бы ясно, надо, согласно закону о техническом регулировании, вопросы безопасности надо вычленить, и только эти документы, которые касаются безопасности, должны быть обязательными, утверждаться государством. Все остальные должны быть добровольные. О добровольности мы еще немножко поговорим. Это, собственно, главный предмет моего сообщения. Так вот, в техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений не указан адресат. Для кого он написан? Вначале только указано, собственно, принципы, какие виды безопасности он охватывает, концепция этого документа. А пропущено в этом законе, а это на уровне закона принят технический регламент, очень важный момент. А именно, поскольку он не является документом прямого действия, а все положения его требования могут быть реализованы только через применение норм, которые входят в различные виды перечня, которых он упоминает в статье 6. Так вот, надо это положение, главная цель составления этого технического регламента должна быть вынесена в преамбулу этого закона, что он для норм, что именно при разработке норм положение этого документа, а там перечислено, надо заметить, очень неплохой технический регламент. Если вы его почитаете, вы увидите практически все сферы, начиная от изысканий и кончая вопросами эксплуатации и жизненного цикла, там охвачены. И различные требования сформулированы на все случаи жизни, грубо говоря. Так вот, повторяю, в преамбуле закона первое, это нужно указать, зачем такой закон. И именно для составителей норм этот технический регламент должен быть основным документом. Он туда должен заглядывать и смотреть, какие виды безопасности должны обеспечивать те или иные нормативные документы. Потом из европейской практики, из международной практики было позаимствовано вот это требование о добровольности применения, что все стандарты материалы добровольные. Раз они добровольные, то если они обязательные, то это по мнению наших, так сказать, чиновников, тех, кто курирует вопрос подготовки нормативных документов, они возводят барьеры. Но это забыли очень важный момент, потому что это вот вопрос о барьерах и устранении барьеров, он заимствован прежде всего из европейской практики. Потому что когда объединилась эти куча государств, первоначально было, по-моему, 17, то в каждой стране были действительно свои стандарты на материалы. А поскольку создано европейское экономическое сообщество, первоначально именно так оно по договору, Римского договора 1957 года называлось, а потом уже стало называться Евросоюз.
Так вот, для того, чтобы стандарты, каждый национальный стандарт не создавал препятствий для проникновения в ту или иную страну товаров из другой страны, вот для этого вот эти барьеры и устранялись созданием и разработкой единой системы евростандартов. И вот этот вот термин устранения барьеров, препятствия барьеров перекочевал и к нам. Но у нас в СССР нормы были едины, не стало никаких барьеров, потому что один стандарт он был единый для всего пространства Советского Союза. Вот сейчас, может быть, появились барьеры. Вячеслав Рубинович образно сказал, когда идет спор вокруг этого технического регламента безопасности строительных материалов, зданий и сооружений, как свою позицию отстаивает та или иная страна. И не могут никак договориться, вот уже несколько лет. Так вот, барьеров не было. Но этот термин заимствован. И этот, так сказать, тезис является такой парадигмой. Попробуйте сказать нашему Абрамову, председателю Росстандарта, что добровольное применение стандартов не нужно, что нет нужды в том, чтобы обозначать, что обязательно он должен быть добровольным. Итак, добровольным. В Европе действительно сейчас уже практически завершена система разработки европейских стандартов, но являются ли они добровольными? Можно смело утверждать, что нет. Они безальтернативные. Потому что других стандартов тривиально нет. Если вы будете применять другие стандарты, то у вас будут очень серьезные проблемы, прежде всего по части страхования строительных рисков. Не застрахуете ли за такие эти самые страховые выплаты вам придется заложить, то не обрадуйтесь, если вы не будете применять эти самые европейские документы. Поэтому они безальтернативные. Но, тем не менее, говорят, да, они добровольные. Добровольные, никто ничего не говорит. У нас же получилось следующее. С появлением вот этих перечней, а сам документ технический регламент о безопасности зданий и сооружений обязательный документ, он строго обязательно, а напрямую его не применим, поскольку он только в общие фразы, в общие требования записывается. Ничего там, никакой конкретики. Я помню, когда еще на стадии подготовки самих этих регламентов шли битвы, когда сам закон о техническом регулировании появился, и была в нем заложена идея, какие именно, даже были перечислены, какие технические регламенты должны быть разработаны в первых редакциях этого закона. Говорили, как же это достичь того, чтобы он был обязательным и обеспечивал безопасность. Получаются фолианты гигантские совершенно. И первые редакции этих самых технического регламента действительно говорили, да, сложите все СНИПы, вот и будет технический регламент. Но это совершенно нелепая затея. Вышли из положения спустя, повторяю, 7 лет, в 2009 году был принят технический регламент, и в течение полугода нужно было разработать перечень документов обязательного применения. Уже скрипя зубами, согласились, что нужны такие документы обязательного применения именно для строительства. Это, кстати, единственный пример. В других технических регламентах, по-моему, только пожарная безопасность, там тоже есть такой перечень. Или он, если есть, то добровольного применения. А вот здесь обязательного применения. И возникло вот это вот противоречие. С одной стороны, вроде добровольность постулируется, а вот это добровольная безальтернативность, это вот этот тезис, который я уже прокомментировал. А самое главное, неясность, никак не определено, что такое добровольное применение. Ну никак. Нигде вы не найдете разъяснение, что значит добровольное применение. Первоначально это понималось однозначно необязательно. Хочу применяю, хочу не применяю. На самом деле это не так. Имелось в виду совсем другое. Добровольное применение, но исполнение, как это, добровольный выбор документа, но исполнение его обязательно. И вот это, в этом логика есть. Я действительно главный инженер проекта, я хочу, каким хочу документом, таким и пользуюсь. Но если я его заложил в проект,
Если я его заложил в проект, то, будьте любезны, этот документ становится обязательным. Поэтому вопрос, да, вот эти перечни, в них, конечно, много неясностей. Вокруг этих перечней были большие битвы. Когда начиналось создавать вот этот перечень, который был утвержден постановлением 1047, это 2010 год, он в этот перечень вошел в действие с 1 июля 2010 года. Первоначально как раз были привлечена группа специалистов в подготовке этого перечня. Курировал этот вопрос тогда Мамедов, начальник ФЦС. И первоначально он очень демократично поступил, Мамедов. Он взял, разослал во все организации предложения, шлите, какие документы должны войти вот в этот самый обязательный перечень. Пришло невероятное количество. 2300 документов первоначально насчитывал перечень обязательных документов. А курировал этот вопрос в правительстве. Вообще сама идея добровольности, она как была под приглядом Шувалова, который курирует в правительстве экономический блок, что вот не должно быть этих барьеров, поэтому стандарты должны быть добровольные. Там у него был его помощник Абрамов, нынешний председатель Росстандарта. Вот этот Абрамов, он курировал и подготовку вот этого перечня обязательных документов. Поэтому была выделена квота. Сначала 120 документов. Нет, это очень много. Сократили. Короче говоря, в первом варианте этого документа, вот этот перечень 1047, как его зовут на жаргоне, там был всего 91 документ. 8 ГОСТов, остальное СНИПы. Значит, что оставлять в этом перечне? Что, собственно, должно быть в этом перечне? Ну, постарались по максимуму учесть по видам безопасности, которые могут быть, и эти документы вошли. Потом в самом регламенте какой-то умник, другого слова не подберу, записал так, стандартов или, то есть сводов правил или частей. И вот это «и частей» сыграло злую шутку. Начали требовать от всех составителей этих документов, нет, целиком нельзя, вы что, это барьеры же опять будут. Вы давайте выберите некоторые документы, которые вы действительно считаете нужными, части, вернее, документов. Не понимая, что этот документ, СНИП является взаимосвязанным документом, он не может, эта часть будет обязательно, это добровольно. Сначала вообще вот эти, те, которые не попали в перечень 1047, они были висели в воздухе, не знали, что с ними делать. Они и необязательные, и недобровольные. Тогда, а Росстандарт, между прочим, в тот момент около чуть больше 120 документов включил так называемые для добровольного применения. И потом перенесли вот эти вот необязательные, вроде как, части из обязательных СНИПов в этот перечень. Вроде они получили какую-то легитимность, приобрели. И что дальше получается? Они не понимали. Вот для примера здесь приведен СНИП 5201 2003 года, бетонные, железобетонные конструкции, или как он сейчас называется, СП-63-133 и так далее. Там он содержит 45 ссылочных документов, из которых нельзя его применять. Из них, как вот здесь я подсчитал, а из бетона возводится больше 90% всех видов строительных объектов, это основной строительный материал, и СНИП этот один из самых важных. Так вот, из этих 45 документов, на которые этот СНИП архиважный ссылается, в обязательном перечне всего 11 документов, 9 СНИПов или СП по-новому и 2 ГОСТа. Остальные 30, сколько там получается, 34, нигде не числятся, ни в каких документах, ни там, ни там. Но без их применения невозможно пользоваться вам, вот этим самым 5201. Когда вышла более поздняя редакция этого перечня, 1521,
Там была такая оговорка, что если что, опять же, возникает все время этот вопрос, обязательный документ или не обязательный, елки-палки. И там есть специальная оговорка. Видимо, этот вопрос им все время задавали. Наконец появилось примечание в одной из редакций этого перечня, что обязательными являются только те документы, которые включены в данный перечень. То есть круг замкнулся. Иначе действительно расползется эта обязательность. Быстро-быстро многие-многие документы тоже станут обязательными. И опять барьеры начнут создаваться. Что делать? Короче говоря, вот что, смех смехом, а между прочим, это очень серьезная проблема. И для экспертизы, прежде всего, и для акстра контроля, какими документами вы пользуетесь. Они у вас не обязательны, это не надо, это нельзя. Неясная ситуация. Как из нее можно выбраться? Вообще никаких перечней не составлять. Да, да, да. Кто бы, как бы не составляли эти перечни, все равно он удовлетворительным образом не может быть составлен, поскольку куча документов будет забыта, кого-то там что-то не упомянули и так далее. И это действительно, когда 15-21 этот перечень обсуждался, а на приз надо отдать должное нашим проектировщикам, на своем сайте развернула огромную дискуссию, опубликовала, во-первых, проекты этих перечней, собирала замечания, собирала предложения, там площадка была, они подсчитывали, кто за что там такие документы голосует, что демократия была полная. Но, правда, от того, что было, наконец, там было выработано, ничего не осталось. Этот самый 15-21 появился, ну, как черт из табакерки. Многое того, что обсуждалось и должно было быть, исчезло. Кто там, что за команда там какая-то теневая работала и подготовила этот перечень 15-21. И совершенно очевидно, что кто бы ни составлял этот перечень, его удовлетворительным образом составить невозможно. Я надеюсь, аудитория высококвалифицированная с этим согласна. И вот действующие документы позволяют, как я тут пишу, вообще не составлять никаких перечней. Есть очень важный документ. Самый важный документ – это положение об архитектурно-строительном надзоре. Это постановление утверждено, вот номер 54, утверждено не кем-нибудь, а правительством. То есть это документ железно обязательный, это нормативный акт. И здесь входит, значит, в обязанности этого архитектурно-строительного надзора входит проверка, ну, инспекционные всякие действия, которые они проверяют. В том числе там нет никакого указания, что архитектурно-строительный надзор обязан пользоваться какими-то перечнями. Про перечень ни полслова. Но указано, что они обязаны пользоваться и проверять объект, готовый на соответствие проектной документации. Главный документ – проект. И в архитектурной, и в терме нашем этом самом регламенте о безопасности зданий и сооружений тоже говорится – проект. Это основной документ для вынесения различных заключений, экспертизы и так далее. А вообще пригодность этого документа. Он и для подсудов, для судебных дел – это основной документ, проект. Что вы там написали, будьте любезны разъяснить или отвечайте, если что-то произошло. И вот, если предлагается, вот. Согласно техническому регламенту, статья 15, пункт 6, проектировщик должен давать проекты, ссылки на используемые нормативные документы из обязательного или добровольного перечня. К сожалению, не делается это. Потому что если вы заглянете в положение другое, тоже утвержденное правительством в составе проектной документации, то там нет этого указания о том, что нужно давать ссылки на используемые документы. И вот достаточно ввести в это самое постановление о составе разделов проектной документации, это номер 87, тоже утвержденный правительством от 16 февраля 2008 года, там есть раздел 4, конструктивный и объемный планировочный решение. Вот сюда добавить несколько строчек о том, что будьте любезны
Перечислите документы, которыми вы пользовались при подготовке, при проекте. И дальше возникает такая достаточно, я считаю, оптимальная картина. Главный инженер проекта, а там сейчас все время говорят, что нужно роль его повышать, сертификаты, там профессиональные стандарты надо на это разрабатывать. Главный инженер проекта, он рассчитывает здание. А механический безопасность – это требование номер один в строительстве, ну уж никуда не нужно. По долговечность говорят, но это, в общем-то, вопрос будущего, я считаю, чтобы рассчитать долговечность, сколько это здание простоит. Хотя в ГОСТе надежных строительных конструкций 27751 есть даже таблица, заимствованная, ну, правда, подкорректированная, стандарта ИСО аналогичного, где примерные сроки эксплуатации указаны в здании и сооружении. Но, повторяю, нигде ни в одном проекте вы не найдете, что наше здание мы гарантируем, что оно там 100 лет простоит. Но этот вопрос не брошен, над этим очень серьезно работают и международные организации, и вообще стандарты. К этим стандартам уже подбираются, которые могли бы быть ориентиром для расчета долговечности. И вот, значит, если главный инженер проекта принимает решение тот или иной документ применить, указывает это в проекте, то он его выбрал добровольно, а записал его в проекте, который с документом обязательно. И постановление правительства, и стройнадзор наделен соответствующими правами проверять этот документ. Значит, действительно, вот тут как раз я так и пишу, что в этом случае... Короче говоря, последняя строчка. В этом случае принцип применения стандарта на добровольной основе и будет реализован наиболее полно. Никаких противоречий не возникает. Отменяем перечни, вносим коррективы в ряд документов, прежде всего о составе проектной документации, и все становится на свое место. Таким образом, мы можем обойтись без этих самых перечней. И принцип добровольного выбора документов будет осуществлен. Ну и вот и выводы, что регламент должен применяться главным образом для быть ориентиром для разработчиков нормативных документов. Необходимо определить статус документов, не вошедших в необязательный добровольный перечень, но это так, вот на промежуточной стадии. А самое главное отменить все, вообще не составляет никакие перечни, внеся соответствующие изменения в постановлении правительства в составе раздела документации. Спасибо за внимание. Если позволите, я два слова к докладу добавлю. Значит, еще добавьте к этому обязательность соблюдения требований проекта, это требования градостроительного кодекса. Там очень четко написано, что за все отвечает. И вот все те нормативные документы любого вида применения, какие будут, и которые внесет в проект проектировщик, на данном конкретном объекте являются обязательными. Значит, об этом говорит градостроительный кодекс. И к 87-му постановлению, о чем мы говорили, может быть, даже не обязательно ли в этот пункт вы предлагаете, в 4-й. Но 2 года пересматривается 87-е постановление о разделах проектной документации. Тоже большое обсуждение идет, общественное всякое. Там в основном идет о линейных объектах, включать, исключать, но много вопросов идет по 87-му постановлению, но это ваше предложение, что-то не было. Оно такое же, как у Фоликмана, инновационной последней табличке. И здесь убрать все перечни. Значит, и два слова по обязательности. Вы знаете, что этот перечень все уже меньше и меньше становится. Их было последний раз, 15-21, было 10 редакций. То есть это тоже на протяжении 2 или 3 лет вообще этого перечня не было. Не 10-47 не было отменен, нет. Почему я подробно говорю? Потому что это, к сожалению, то, чем мы должны в нашей ежедневной практической своей деятельности пользоваться.
проектировщики ли, изыскатели ли, кто контроль осуществляет, авторский надзор, технический надзор, все что угодно. И вот хорошо, если вы поняли боль прозвучавшего. Нет, я могу, там курьез, там есть, да, печень, 1047. Там включен ГОСТ, правила обследования. Если возьмете этот ГОСТ, полистаете, то там есть куча обязательных приложений и добровольного применения. Так вот, в этом перечне 1047, если вы откроете, там есть 4 приложения, которые в ГОСТе числятся как обязательные, а здесь как обязательные не числятся. Не могу не добавить. Они даже внимательно не прочитали документы, которые включают в этот ГОСТ. Вот правило основное, несущее ограждающей конструкции, ныне СП-70. Значит, по этому перечню все приложения к нему, все, начиная от журналов ведения всевозможных работ, отсюда и не увязывается совершенно со СНИПом организации строительного производства, и кончая там подборами состав, которые тоже являются обязательным, из перечня последнего и 1033 исключены эти приложения. То есть уже в части только это применяется.